По легенде, у женщины украли сумку, и она немедленно обратилась за помощью в полицию. На место происшествия оперативно выехали кинологи. Здравствуйте, Центр экологической службы. Эффективность результата зависит от оперативности сотрудников. Чем быстрее они прибудут на место, тем больше шансов раскрыть преступление. К выезду готовятся напарники Елена Фисенко и пес Ерзон. В тандеме они работают уже 2 года. Общий язык удалось найти сразу, говорит Елена. Ерзон – пес-ищейка с острым обонянием. Ему уже 6 лет, за плечами сотни раскрытых дел. Ежедневно Елена и ее четвероногий напарник выезжают на места преступления не менее 5 раз. Главное правильно выбрать место происшествия, точку именно, где дольше всего находился преступник. После этого мы даем собаке занюхать, и она из, грубо говоря, миллионов запахов со стороны выбирает тот именно нужный ей запах, по которому она в дальнейшем может найти преступника. Ошибиться такие собаки не могут. С самого рождения они проходят тесты в центре кинологов, по результатам которых каждого щенка распределяют на подходящее именно ему направление, будь то охрана или разыскная работа. После чего целый год тренируют. Они работают я уже. Выкладывают как кинолог, так и собаку всю свою работу, которую они получили за время обучения. Такие задания, как поиск украденной сумки, хвостатый страж порядка, Ерзон щелкает, как орешки. Вещь нашел за считанные минуты. После этого сотрудники полиции составляют протокол и возвращают утрату владельцу. Ваша сумка? Да, моя. После успешного дела окрыленный пес еще долго не может успокоиться. Елена меняет тон с приказного на ласковый и мигом превращает грозного зверя в домашнего питомца. Мария Левина, Николай Сидоров. События.